Даже плохая погода не может помешать зажигательному аргентинскому танцу. Жители Буэнос-Айреса танцуют в пальто, сапогах и шарфах. Флешмоб приурочен к чемпионату мира по танго. Температура всего-то 10 градусов выше нуля. Теплая одежда сковывает движение. Но сотни человек стараются попадать в такт. И вот такую картину можно было наблюдать сразу на 42 площадках по всему городу. Чемпионат мира по танго начнется здесь завтра, продлится до 31 августа. В столице Аргентины собрались не только танцоры из разных стран, но еще и музыканты, которые тоже будут соревноваться в том, кто лучше исполнит знаменитые танцевальные мелодии. Ожидается, что состязания посетят больше 100 тысяч зрителей. Многие из них также приехали на чемпионат из-за рубежа. Я специально приехал в Буэнос-Айрес на этот чемпионат из Колумбии. Мы с женой обожаем танго, но не профессиональные танцоры. Хотели просто посмотреть, но вот выпала такая возможность самим покружиться в танце.